Кит, ты маму? Мау. А тата мау? Мау. Все, включаю? Да. Все. Я к стулу подняла. Да. Молодец. Молодец, настоять. Суперская вообще. Хотите, я Лизе дам кепку и сама надену? Да, и мы все в кепочная команда. Чаще. Так, Лиз, но если ты умеешь шутить, это не значит, что остальные люди тоже умеют. Как бы побойся Бога за это, ладно? Логично, да. Похрюкай. Ну, Лиз, ты же английский изучала. Рэк — это yes. Снимай. Три тупые пизды. А когда пройдет 15 минут, у тебя нет такого, что камера выключается? А я не знаю, ну вот проверишь. Давай. Давай. Всем привет, дорогие друзья, с вами Марина Ро, и с нами Лиза Сейс, и Лиза не Сейс. Почему я тоже умею говорить? Ребят, мы сейчас домой пойду. И сегодня у нас необычное видео. Мы решили с компашкой. Сухарики. Мы хотели готовить, но мы переели перед этим видео, и поэтому мы будем... Это не единственная проблема была. Мы перестали задумываться на тему того, чтобы готовить в этом видео. Почему? Потому что Лиза живет в не очень благоприятном районе. Подъезда, типа, нас украдут продукты, поэтому мы купили молоко. Как жарко. Да, может, парень откроем. Ну, хватит, девки, давайте снимать. Да. Поэтому мы решили, что мы будем пробовать все виды молока, которые есть в Азбуке Вкуса. Это не все. Это не все виды, просто я не... У нас нет денег, поэтому мы купили только это. Моя любимая девочки. Давайте, с топарик. Мы пойдем по левой стороне или по правой? Мы налево не ходим. Давайте Лизу начнем, она у нас любитель молока. Фу, нет. А, и вот. Также мы будем дегустировать сырки. У нас много видов. Неправда, пять. У меня дереализация, девушки. Почему? У нас есть сырок Road to Go. Два сырка с ванилью и замороженный десерт, глазированный сыром сгущенка. Также мои любимые бою Александр в молочном шоколаде. И самый любимый это с сгущенным вареным молоком. И русский сырок еще. Они все русские, Лиз. Да. Ну нет, это прям совет, написано советский сырок. Yeah, Soviet Union, this is for us. Да. Логика в кассе. А нам надо тарелка? Нам надо тарелка, Лиз, и нож. Нож, чтобы резать тарелка. Нож на столе. Ой. Лиза, это не снаф видео. Ты что? Извини, но я бы ничего не... Ну, я не планировала. Типа, мы... Я не планировала. Случайно планировала. Поехали. У нас... Ну, подожди, давай... Можно сказать? Можно сказать? Говори. У нас на повестке дня. На повестке дня. Что у нас? Расскажи, что у нас на повестке дня. Молоко. Молоко зеленое. Сначала мы... Село зеленое. Ой. Молоко зеленое. Умное молоко для умных девочек. Это у нас молоко только от коров с гепатитом. Это... С гепатит? А, с генотипом. Только от коров с гепатитом. Первое молоко мы пробуем село зеленое. Молоко козье. И как? Ой, слушай, ну пахнет прям консервантами. Да? Да, типа оно не прямо... Ой, оно вообще не пахнет. Оно не прямо с... Козочкой. Итак. Ну что, чокаемся? Чокаются, когда умер кто-то или нет? Нет. А на день рождения все чокаются. С наступающим! У кого на день рождения? А мы чокаемся, ты можешь сделать превью из вот этого? Нет, давайте угорать. Дима с рюмками сидим. Дима! Да. За... Я буду учить девочек пить. Фу! Блин, да, это не очень. Это ужасно. Я согласна. Тебе не понравилось? Да.
Давайте. Фу. У меня как будто во рту козочка покакала. Такое, да? Нет, нужно сказать рецензию по молоку. Да. Меня чуть не вырвало. Какая им еще рецензия нужна? Лиз, а ты скоро домоешь? Да, очень неприятное послевкусие, и все обволакивает рот. Ставлю этому молоку 2 чимичанга из 10. Я ставлю этому молоку. Блин, я так не хочу, чтобы меня спрашивали. Я думала, блин, я не хочу делать рецензию. Все, мы пробуем. Пробуем молоко можайское. Топлёное. Вкусно. Да. Да. Я обожаю вообще топлёное молоко. Вы знаете, как его делать? Не доводя... Володя. Не доводя до кипения. Ты чё, Дима? Не знаю. Следующее. Оценили вот здесь вот картинку? Да. Элвис Пресли, я знаю. Элвис Пресли. Сильвестр Сталлоне. Моника без Гуччи. Элвис. Я уже как шутила. Кресли, да. Молоко 3,4%. Или 4,5%. Очень странно. Разброс такой серьезный, типа, мне, вам сколько лет? Мне от 7 до 30. Ну, такое, чувствуется, что там большая жирность. Да, да, чувствуется. Но такое оно приятное, как будто из детства. Оно, да, очень приятно стекает по горлу, не оставляя привкус во рту вот этот вот неприятный. Который был у Кози. Мы не настолько лист профессионалы. Я пью кофе только с... Нет, это не реклама. Я пью кофе только с малопроцентным молоком, да. А я пью кофе только на миндальном исключительно. Либо на миндальном, либо на Альпро. Альпро, да. Альпро. Самое крутое медовое. Кокосовое, которое вот не раньше было, а которое, ну, новое они начали производить. Я поняла, да. Очень вкусно. В доме деревня. У нас контрольная закупка. Ну, чувствуются нотки искусственности, да, какой-то. Да, да, прям пакетированное молоко. Да, ну, да. Ну прям уж, но такое. Так, я не поняла, почему ты не согласна. Мне прям жесть, как будто разбавили порошком. Да. Знаешь, есть порошковое пюре, вот, да, вот в школе, да, давали. Такое жидкое, прям такое, прям, да, как лизун. Лизун. Следующее молоко у нас фильтровано для свежести. Это правильное молоко. Это молоко у меня ассоциируется с Яном Гордиенко. Я помню, когда мы все вместе собирались, накуривались, он всегда стоял возле холодильника и вот так вот пил это молоко. Это прям? Да, я прям помню, как вот у него всегда это молоко стояло. Короче, молоко правильное. 4%. Интересно, сколько во мне жирности? Мало процентов, я думаю. Вот оно супер, знаете, такое тоже фальшивое, оно как в Америке. В Америке всегда такое молоко. Оно даже с каким-то привкусом, какой-то сладкий, как будто подсластитель там есть, я не понимаю, почему так. Да, оно сладкое, реально. Да, оно даже пахнет искусственно очень. Да. По сравнению с этим, здесь есть сахар. Нюхаем бебру. Не, ну я так понюхиваю частенько, как бы, когда мне предлагают, ну... Используется только натуральное молоко. Они все так пишут, господи. Свежее молоко в любой день в течение всего срока годности. Очевидно. Так логично. Свежее молоко в любой день в течение всего срока годности. Логично, да? Это так... Тупо. Абсурд какой-то. Да. Над нами только что насмехались. Да. Насмешнились. Меня насмешнило. Насмешнило. В разных пачках молока разная упаковка. И в каких-то пачках надо открывать вот так. Мне так не нравится. Мне нравится, когда сразу ты берешь. Да, берешь, да, это очень удобно. Я и сразу наливаешь. Но при этом есть такое. Кто-то его уже, наверное, открыл. А? В горле как? А вот оно, наоборот, не истекает. Оно сразу попадает в желудок. Да. Да, вот, жирность не чувствуется. Это плюс. Поэтому я ставлю этому молоку 8 чимичангов из 10. Можно, можно 8, да, тоже ставлю 8. На каком молоку... А, я должна поставить. Я ставлю этому молоку 7,5. Хорошо, Лиза. Давай. Решила так, знаешь, типа выделиться. А, тик-ток. Знаю. Смотрите, я как... Давайте начнем с необычных сырков, которые я вижу впервые в жизни. Это вот эти вот go to row или что-то там. Фу! Я с
согласна. Я не люблю сырки, и это причина, почему я не люблю сырки. Это ужасно. Оно во рту до сих пор, я не могу. Мне кажется, дело в том, что он... Это арахисовое какое-то, да? Давай попробуем с ванилью, мне страшно. Не очень, да. А вы там почувствовали, кстати, сгущенку? Я нет. Я да. А, видимо, это из-за того, что сгущенка тоже, типа, веганская. Ой, веганская сгущенка невкусная. Вообще говно, редко. Ты пробовала? Да. Слушай. Я думала, ну, я только пробовала сначала одну, думала, ну, блин, наверное, есть какие-то повкуснее. Я перепробовала все веганские сгущенки, и это правда. Да. Ты даже пальцы не суешь, ты просто бриёжный. Говно. Говно редкостное, ребята, не покупаем. А советские вкусные. Традиции. Вот этот? Этот сырок стоил 38 или 37 рублей, я не помню точно. Ценовой диапазон очень приятный у этих сырков. Мне нравится, приятно. Супер сладкий, по сравнению с вот этим. Но очень нежный. Да, он прям как облачко. У нас осталась нестареющая классика. Вио Александров. Мы вчера с мамой сидели в ресторане, и там такой элитный ресторан, и его открыла, конечно же, Рамьяна Мо. Я богата. И да, на сегодня я за тебя платила. Короче, там сидят пузатые такие мужики в рубашечках. А Даров он все это время был, а я... Да. Да. А я думала, блин, надо не забыть Лизе скинуть. Да, можешь скинуть, Зайна. Будет круто. Один позвал такой официанта, один такой толстый мужик, такой, официант. Принесите нам, пожалуйста, шоколадную колбаску. Мама моя такая начинает заливаться. Она так вот прям сидит. А они прям вот тут сидят. И мама такая... Шоколадную колбаску! Мне и моему другу! Теперь вы знаете, какое молоко покупать, какое нет, какой сырок вкусный, какой веган. А если вы хотите вторую часть, где мы пробуем другое молоко из Перекрестка или из Магнита, или из Пятерочки. Или если из вы хотите заказать у нас рекламу, ничего не выйдет, мы не продаемся. Ну ладно, пока! 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 С вами была Рамьяна Мо. Да. Сиза Лейс и Миза Чуритос и Шиза Лобашова. Так, все это время это было на поверхности. Понимаешь, почему ты больна? Потому что ты Шиза Балашова. А Лиза это чипсы. Я псих, я больной, бешеный. Сейчас буду резать. Сейчас буду резать. Тише, успокойся. Во-первых, успокойся. Да, а я Рамьяна Ор. Я реально, я всегда ору. Я очень громко говорю, да. А я чипсы Лиза. А ты любишь чипсы? Она, у них практически всегда Лейс. Нет, всегда Монкарло, итальянские. Богатые? Ебать. Хотите попробовать? Да. Нет. Все, всем пока. Всем пока.